Это уже второй этап летней спартакиады. Мини-футбол – один из обязательных видов. Комитет по финансам играет против сборной администрации районов и выигрывает со счетом 4-1. Специфика работы финансиста заключается в том, что необходимо постоянно на контроле держать очень много вещей. Ну, прогноз – это точность, во-первых, да. Исполнение бюджета – это пунктуальность и так далее, и так далее. И в этом очень сильно помогает, конечно, занятие физкультурой и спортом. С 2010 года в спартакиаде комитет по финансам трижды занимал первое место, дважды второе и дважды третье. В призерах финансисты постоянно. Спорт – большое подспорье в их работе. С этим согласен и Владислав Жирбанов. Он лучший игрок в команде комитета. Работа в офисе не предполагает больших физических нагрузок. Тем самым мы компенсируем, выходим тренироваться. Это если мы только сегодня играем, а так мы стараемся, конечно же, тренироваться, время от времени готовиться к соревнованиям. Ну и, во-вторых, это позитив, общение. То есть мы с коллегами встречаемся в неформальной обстановке, участвуем в спортивных состязаниях. И, конечно же, хочется всегда победить. С эстафетой финансисты справились неплохо. Помимо этих видов был волейбол и дартс. Однако в общекомандном зачете занять призовое место в этот раз комитету по финансам не удалось. Но участники не отчаиваются. Игра есть игра. Дарья Белоусова, Жаргал Цириндашиев. Новости дня.